К 21 году лишения свободы приговорен житель республики Мариэл, который поджег полицейского. В ходе следствия обнаружили и другие его преступления. Следствием и судом установлено, что днем 29 июля инспектор ДПС и полицейский остановили автомобиль. За рулем был нетрезвый водитель. Им оказался 30-летний мужчина, ранее уже лишенный прав по этой же причине. Своим задержанием водитель остался крайне недоволен. Стал бензин, начал поливать машину в багажнике бензином. Один сотрудник это увидел, передал второму, который составлял протокол в машине. Быстренько оттуда в машину вышел. И бегом на мою сторону шел. А чтобы его отпугнуть, я просто автоматически этот плеснул этот бензином канистры на него. После чего он поджег одежду полицейского. В результате у пострадавшего остались ожоги на площади более 60% тела. В ходе следствия также было установлено, за месяц до этого обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения избил своего знакомого, похитил денежные средства и сотовый телефон потерпевшего и скрылся с места происшествия. Приговором суда ему назначено наказание в виде 21 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, последующим ограничением свободы сроком на 1 год и лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года.